Всем привет! По заказу интернет-магазина F-Magazine проведу видеообзор силиконовой приманки Sprout Takari Strong. Данная приманка поставляется вот в таком вот объемном пакетике. Пакетик имеет zip-замок, ну и внутри пакетика располагается пластиковая прозрачная подложка, на которой как раз вот и лежат приманки. Каждая приманка располагается в своей отдельной ячейке. Ну и, соответственно, благодаря такому способу хранения приманка не помнется и всегда будет готова к эксплуатации. В упаковке находится 10 приманок. Производитель указывает длину и вес. Как можно видеть, Takari Strong имеет длину 40 мм, а вес слага составляет 0,2 грамма. Приманка слаг выглядит вот таким вот образом. Как можно видеть, тело у слага имеет некую рельефность, то есть имеются такие вот небольшие кольцевые ребра, слабо выраженные. Длина тела составляет 23 мм, а общая длина, напомним, составляет 40 мм. Приманка не зря называется Takari Strong. Как можно видеть, приманка тянется, то есть использован стрейчевый материал. В теле приманки отсутствует соль, но добавлен фирменный аттрактант, поэтому приманку можно отнести к классу съедобных. Приманка небольшая, поэтому оснащать ее рекомендую одинарным крючком. К примеру, отлично подойдет Sprout Takari такие крючки, как Flow Trigger в размере номер 10 или 8 от компании Owner. Ну или также от компании Owner модель S59 номер 10. Приманка выпускается в 10 расцветках, это и масло, карамель, олива, фиолетовый. У меня данный слаг представлен в цвете лимон. Отличный цвет, особенно очень актуален он при ловле на море. Вообще данная приманка шикарно ловит и в пресной воде, и в соленой воде. Основные объекты ловли это, ну вот в пресной воде, это окунь, некрупная щука, периодически попадается и белый хищник. Если ловлю на море, то основной объект ловли на эту приманку это морской карась или ласкирь. Периодически также попадаются на него и зеленухи, бычки, да и другая морская рыба. То есть приманка очень универсальная. Так как это слаг, то его необходимо анимировать. Анимирую эту приманку, как правило, подбросами, ну или провожу волочение по дну. Вот две основные базовые проводки. Приманка достаточно бюджетная, то есть каждый рыболов может позволить приобрести себе эту приманку. Советую обратить внимание на Sprout Takari. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!